Хейл, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которую вы уже видели название только что в начале, это Тени Room Stories. Town Mastery. Ну что, в принципе, музыка играет, я не знаю, насколько она громко ли вообще она. Ну, давайте удалить прогресс, а у меня есть прогресс. Да, окей. Ладненько, у нас все готово, и в принципе, я думаю, давайте начнем играть. Это у нас квест. Вы частный детектив, получив письмо от своего отца с просьбой срочно приехать, вы отправляетесь в соединенный город. Соседний город. Что у него могло случиться? Дорога в город оказалась прикрыта шлагбауном. Нажмите, чтобы продолжить. Шлагбаун опущен. Нужно найти пульт управления. Так, нажмите левой кнопкой мыши на окно. Кажется, там никого нет. Нужно как-то попасть внутрь. Нажмите левой кнопкой мыши на дверь. Дверь закрыта. Навесным замком. Давай попробуем его чем-то сломать. Трубам. Выбрать предмет. Нажмите левой кнопкой на дверь. Так, для смены локации нажмите левой кнопкой мыши на дверь или на значок навигации. Не забывайте, локацию можно поворачивать. Протяните курсор влево, вправо, зажата левой кнопкой мыши. Или можно воспользоваться кнопками на клавиатуре. Не, я думаю, лучше использовать клаву. Так, а можно перезагрузить? Ладно. Давайте тогда начнем все по очереди. Во-первых, нужно как-то запустить свет. Телефон. Да, я понял, что это телефон. Так, какие... Различные рабочие записи, ничего интересного. А вот это вот интересно. Здесь отображаются предметы, которые можно смотреть. Пароль для входа в систему. Поменяй его сразу, как войдешь. Папкам. Различные рабочие записи, ничего интересного. Старые газеты выпущены почти месяц назад. Так, пароль. Пароль для входа в систему. Поменяйте сразу, как войдете. Ага. Так, это мне типа нужно на листочки. Листочек есть, хорошо, ручка. Что-то у меня такое ощущение, что мы будем, как в остальных играх, записывать что-то. Какие-то себе пометки, все такое. Ладно, давайте начнем тогда с пароля. Что у нас по паролю? 21, то есть это у нас 1234. Это пере... Так, это 3. 3 сюда. Затуп. Хорошо, первая цифра, двойка. Двойка у нас сюда меняется, да? А меняется она только один раз. Или же она повторно меняется? А нет, то есть каждый меняется по один раз. Тогда ничего записывать даже не буду. У нас ответ... 14... 20... 3. Не работает, наверное, нет питания. Пусто. Выглядит словно нужно сначала выключить. Теперь его можно починить. Тут нужны инструменты. Короче, ясно, ищем инструменты. О, бутик. Фу, эта еда явно испортилась. Вертим, вертим, крутим, вертим. Мы кофеечек. Различные рабочие записи, ничего интересного. Таблетки, таблетки. Ладно, посмотрим соседей. Здесь нет ничего интересного. О, ключ. Различная художественная литература.
Хорошо, но суть ключа. Вопрос от чего? Так, ладно, давайте сразу попробуем код, который я, конечно же, уже забыл. Так, ладно, инструмент, там больше ничего нет необходимого. Давайте я сначала починю. Все отлично. Так, код 1423. 1423. Отлично. Ага. Это типа соцсети разработчика, другие игры разработчика. Шлагбаум не подключен. Проверьте соединение. Так, опа. Так, может сюда просто ключ подойдет? Ладно. Я просто за то, чтобы меня не перекинуло ни на какой сайт. Просто бандикам это зацепит. Ладно, код от замка на крышу. 3569. Пусто. 3569. Блин, мне главное, чтобы на видеозаписи не было слышны мои звуки, ну, мышки. Они по-любому будут слышны. 3569. Так, 35, 69. Отлично. Так, а что здесь у нас? Тут и есть камера, хорошо. Закрыто. Какие-то провода и трубы. Не думаю, что стоит это трогать. Так, закрыто, теперь это открыто. Так, ну пойди, все. Пусть свободен, пора отправляться к машине. Может, тут есть что-то интересное? Возвращайтесь обратно, написано. Так, акт первый. Въезд в город был перекрыт. Что здесь происходит? Ага. Это типа в виде книжки, да? Мы не общались с отцом больше 10 лет. Почему написал мне сейчас? Пролог мы прошли. Ну, погнали главу первую. Дом отца. Карта города Редлик. Глава первая. Начало пути. Проезжая через город, вы не встретили ни одного человека. Город кажется пустым, как и дом, куда вас попросили приехать. То есть люди в городе все пропадали? Там ничего интересного. Нам не хотят показывать задний дворик. Ладно. Закрыто. Я не буду копаться в мусоре. Теперь можно подняться. Ключ. Ладно.
Закрыто. Что здесь произошло? Кажется, за диваном что-то есть. Так, давайте сначала посмотрим, что вообще могу здесь проклацать. Так, тумбочки. Ага, мне нужно книги найти, да? Здесь нет ничего интересного. Различные книги по математическому анализу. Книги по физике. Короче, ладно, там какие-то головоломки начнутся. Улица. Так, это выход на улицу. Как нужен закрыто. Оп, стоять. Похоже, там что-то есть. Чем бы разрезать эту закладку? Эй, что ты вышел? Как тени гуляют на улице. О, еще одна книга. Так, там дверь красная. Это вот от нее, да, походу? Так, начнем отсюда. Так, это важно, это какой-то... Почему? Ладно. Стопка одежды. Возьми ты эту чертову книгу. Ваза, подожди, я вазу не тронул. Так, ладно, давайте пока что туда не пойдем. Кухни. Фрукты выглядят испорченными. Пусто. Ложки, книга. Здесь нет ничего интересного. Посуда. Чистящее средство. Чистящее средство. Чистящее средство. Я не буду копаться в мусоре. Ножик мы взяли с вами. О. Освежает. 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 Пицца. Ага, смотрите, здесь. Короче, лево-право, низ-лево. Фрукты выглядят испорченные. Какой-то... Компьютер. Я с собой его, да, взял, да. Так, давайте сразу уменьшаем количество вещей. Сколько нам нужно? По 4 книги. По 4 книги на каждую. Так, давайте тогда этот сейф откроем. Готово. Найс, графон. Пистолет. Отец ненавидит оружие. Зачем он ему? Так. Освещение имеет значение. Телевизор, каналы. Ясно. Ясно, что не ясно. Там какие-то квадратики, непонятно. Ну ладно, посмотрим. Нужно телевизор найти. А хотя, походу, это оно и есть, да? Пульт. О, отвертка.
Кровать не трогается. О, ящик. Книга. Получена. Еще одна книга. 4 книги как раз. Свет не работает. Типа мне нужно отключить свет. Так, ящики закрыты. Ага. Так, погнали, я сначала книги вернул на место. Так, теперь сюда. Ничего не произошло. Так, у нас еще золотая комната закрыта. Надо об этом не забывать. Ладно, ну по сути нам нужно, получается, выключить свет. Ну, отверху нам где-то дали. Нужно как-нибудь что-то укрыть. Да, этот винт мы открутили, хорошо. О, стоять, это... Нет, подожди, это от компьютера. Это типа... Типа ящика? Типа 1, 2, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 234. Угу. 234. Типа это первый, это третий, да? Либо это первый, это второй считается. Полосочки, треугольничек. Пятьсот шестьдесят три. Плюсик, квадратик. Два, два, один. З квадратик. Да. Пусто. 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 Ага. Хорошо. Три, три, две. Три, две, три или две там было? Две. А тут три. Так, теперь красные. Четыре, один, один. 4, 1, 1. Кажется, что-то открылось. Золотая дверь открылась. Угу. Смотрите, след. Значит, что-то тут есть. Либо здесь секретная стена есть, либо здесь есть... Либо та грязная. Но, походу, это секретная дверь была. Кажется, раньше тут висела картина. Царапин на полу. Потайная дверь. Не знаю, чел, не знаю. Но походу на то, что тут есть потайная дверь. Лом. Люк на чердак закрыт. Заблокировано.
Стоп, для чего нам... Мне кажется, либо когда... Не, кажется, я подумал, может, это на телек... Реагирует на телек, или зачем тут вообще антенна? Для красоты? Ладно. Чердак, поехали. Ага, понятно, что блокирует. Во-первых, мы нашли картину. Различный хлам. Отличненько. Хм, судя по плану, в доме есть подвальное помещение. Типа нам здесь ничего брать не надо? Ладно. А, мне типа нужно... Ладно, повезло. Нужно было выровнять картины, но я почему-то, когда дотронулся до этой, нагнулась эта и нагнулись эти. Я почему-то думал, если я, допустим, центр нагинаю, то нагинаются две боковые. Ну, короче, не суть, что я нажал. Пофиг. Вау. Во-первых, отключу воду, да. Мне зачем это делать? А, мы потому что уже включили свет. Не могу прочитать текст, все расплылось. Так, клюка чего-то, и там какая-то еще херня. Какие-то коробки. Так, вот это, я думаю, нужно записать, то, что я вряд ли запомню, хотя... Не запомни 19-е, что там... Октября, да? 85-й год. Нихера себе. О, тихо-тихо, там анимация как это бы еще была. А, ну это я увидел. Что-то было... Непонятно для меня. Я просто смотрел, что оно выделяется, ключ из всех, и я хотел его взять. Но тут оказывается и секретная... Конструкция. Так, 19 0 1 8 5 13 02. Ключ. Ключ от банковской ячейки. Может, то, что в ней лежит, прояснит ситуацию, то, что здесь вообще произошло. Может, то, что в ней лежит, прояснит ситуацию, пора отправляться к машине. Ну и что, тогда мы с вами заканчиваем на этом серию. Но я не знаю, сколько здесь глав. В доме это никого не было. Беспорядок, как после обыска. Ключ от банковской ячейки. Стоит проверить, что в ней. Ну, я думаю, давайте тогда на этом пока что закончим. В следующей серии, может, если что-то будет... Посмотрим, как оно поедет, пойдет. Как мы туда вообще доедем. Но здание здоровое, значит, там будет что-то сложное. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.